Здравствуйте, меня зовут Станислав. Представляю вам станок MLM 32100 от компании Metal Master. Цифра 32 означает максимально обрабатываемый диаметр над станиной 320 мм. Цифра 100 обозначает максимальную длину заготовки 1000 мм. В передней бабке станка у нас расположены органы управления. Сверху управление коробкой скоростей, ручка переключения оборотов и рукоятка переключения направления вращения ходового винта. Также управление включения питания станка, включение подачи СОЖ, аварийная остановка и толчковая подача. Снизу у нас расположена коробка подач. Также имеется специальное окошко для контроля за уровнем масла. На передней панели находится таблица для настройки подачи, шага нарезаемых резьб, метрических и дюймовых. В передней бабке у нас расположен патрон диаметром 160, трехкулачковый, самоцентрирующийся. Шпиндель диаметром 40 мм. Ступор станка оборудован четырехпозиционным рессодержателем, предназначенным для резцов с сечением 16 мм. На суппорте расположены рукоятки управления продольной подачей, поперечной подачей, включение автоматической подачи и включением разъемной гайки. Также включение оборотов шпинделя. Рукоятка подачи верхних салазок суппорта. Ценой деления 0,04 мм. Смотровое окно для контроля за уровнем масла. Данные рукоятки оборудованы метрическими лимбами. Поперечной подачи с ценой деления 0,04 мм. Продольная подача с ценой деления 0,5 мм. Верхние салазки обладают функцией поворота по градусам плюс-минус 50 градусов. Задняя бабка станка оборудована пинолью с ходом 100 мм и конусом Морзе 3 номер. На пиноле имеется дюймовая шкала и метрическая. Рукоятка подачи задней бабки с ценой деления 0,04 мм. Также имеется рукоятка зажима пиноли задней бабки и фиксации самой задней бабки. Регулировочные винты и стопорный винт. В верхней части задней бабки расположены пресс-масленки для смазки. Станок оборудован чугунной литой станиной, под которой расположена зубчатая рейка продольной подачи, ходовой винт для нарезания резьб, закрытый кожухом, ходовой вал и вал включения оборотов шпинделя. Также на станке есть ножной тормоз шпинделя. В валах находятся пресс-масленки для смазывания подшипников скольжения. Станок оборудован токарным упором с возможностью тонкой подстройки. На панели передней бабки расположено смотровое окно для контроля за уровнем масла в коробке скоростей. Также станок оборудован измерительными линейками и устройством цифровой индикации. Измерительные линейки выводят информацию на устройство цифровой индикации с индикацией, соответственно, по осям X, Y и Z и индикацией перемещений с дискретностью 0,001 мм. Для освещения рабочего места станок оборудован светильником. Для охлаждения в процессе резания на суппорте установлена система подачи СОЖ. У станка имеется удобный выдвижной поддон для стружки. Рассмотрим устройство гитары станка. Крышка гитары снимается при помощи двух винтов. В гитаре мы видим двигатель с клиноременной передачей привода главного движения, шпиндель, шестеренки подачи ходового винта и ходового вала. Также имеется комплект сменных шестеренок для нарезания дюймовых резьб. В целях безопасности крышка гитары оборудована концевым выключателем. А также концевым выключателем оборудован кожух шпинделя. В стандартную комплектацию данного станка входит дополнительное оборудование. Планшайба для крепления четырехкулачкового патрона, неподвижный люнет и подвижный люнет для обработки длинных деталей. Четырехкулачковый патрон для возможности обработки деталей с эксцентриком и возможности крепления деталей нецилиндрической формы. Масленка, набор сменных шестеренок для нарезания дюймовых резьб, переходник с пятого конуса Морзе на третий для шпинделя, два неподвижных центра Морзе третий конус, комплектом обратных каленых кулачков, ключами для рессодержателя и патрона, набором шестигранников, набором рожковых ключей и двумя отвертками – шлицевой и крестовой. Биение наружного конуса шпинделя не превышает 0,001 мм. Мы замерили осевое биение шпинделя, а теперь померим биение торца. Торцевое биение в пределах 0,004 мм. Крепление патрона очень удобное. Сейчас мы проверим, насколько станок держит размер по осям.
Сделали контрольный замер, подавали 4 десятки, был размер 27,5, стал размер 27,1. То есть размер, который мы задали, станок исполнил с точностью. А теперь нарежем резьбу М20 шаг 1,5. М20 шаг 1,5. В целом хочу сказать, что этот станок показал себя с очень хорошей стороны и способен справиться с широким спектром токарных работ. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.